посмотрим, что нам предлагает травма Скидри и Дарклайт. Да, естественно. И винтаж, конечно же. Плохая девочка. Здесь. В телеграм-канале нашем замечательном эта песня на голосование была на сингл, заняла второе место. Голосование продолжается, можете зайти сюда. Можете, да, зайти вот сюда. Что это такое? Тиктокер и музыкант Травма выпустил видео в ТикТок, в котором переделал трек «Плохая девочка» группы «Винтаж». 11 июля Анна Плетнева, солистка данной группы, записала видеоответ, в котором сказала, что если под звуком с ремейком песни наберется 30 тысяч клипов, а они выпускают трек на все площадки, звук очень быстро набрал эти 30 тысяч, и дата выхода была 21 июля. Но по неизвестным причинам она была перенесена на 28. В ночь с 27 на 28 данный ремикс был выпущен на все музыкальные площадки. Блин, круто как, вообще кайф. Здесь Дарклайт, да, вот так, и Скидри. Тут они получаются, тут винтаж и травма, да. Отлично, отлично. То есть тут ребята на музыке, тут получается ребята на исполнении, на реализации. Ну отлично, что могу сказать. Плохая девочка. Слушаем, что это такое. Погнали, друзья, погнали. Будто пустота внутри. И ты уже решил, что будет делать все наверняка. Мой рассудок так затмевает твоя красота. Подиум, да? Дэм, бро. А, тоже здесь, да, он? Очень круто! Еще и не задушнили, да? Базару нет. Ребята, короче, что я вам скажу, наконец-то у нас активно начинает появляться переосмысление старых треков реально с новым звуком и с новыми аспектами. Это очень круто. Это очень круто, потому что если вы действительно погрузитесь в музыку, да, и увидите какие-то новые хиты поп-музыкантов, хип-хоп-музыкантов, то это всегда в 90% это переосмысление чего-то старого. А здесь прям это чистая, во-первых, история с переосмысленным хитом. И я дико благодарен группе «Винтаж», да, в данном случае Анне Плетневой за то, что она вот так вот четко среагировала, да, и сразу там готова была на коллабу и сделать это все по уму красиво, выпустить песню, обрадовать и себя, и других людей, и вот в таком варианте это все подать. Ну, это мега топ вообще. То есть это прям то, как должен развиваться шоу-бизнес с точки зрения переосмысления, с точки зрения того, что творческие люди должны показывать, куда могут направиться и какое дыхание можно дать тем или иным песням и звучаниям. Тут сразу, да, вот я же говорил, сколько времени назад еще на канал постил, да, Цоя, Одиум, как эта группа, ну, вы знаете, да, сумасшедший трек. Но там просто, да, перепеты строки так или иначе под музыку, по сути дела. А здесь как бы прям, ну, поп-фонк, да, вот-вот, поп-фонк переосмысление с отличным флоу без ковбелла. Очень красиво, очень красиво. Только реклама у них агрессивно во всех телеграм-каналах не успела выйти, уже заебала.
Ну, это я не знаю, мне вообще без разницы. С точки зрения именно маркетинга, мне очень нравится с точки зрения реализации, что они типа, знаешь, как-то это все не замяли, или не начало там какое-то судейство, ты не должен, ты не можешь, а мне вот этот стиль, а я то, я это в этом плане. Что артисты договорились и вот показали, типа, соответственно. Да, это очень круто, супер хорошо. Не знаю, спасибо, мне дико понравилось, я заберу это в плейлист. Я заберу это в плейлист мейнстрим, фонк мейнстрим, вообще легчайше, залетело просто. Да, Lost Entry Odium, да-да-да-да, конечно же, вот эта история, это прям тоже база, но, вот это тоже очень хорошо, я думаю, что Адлин респектнет мастер, да, вот этой истории, Адлин тоже у нас есть, я думаю, что ему тоже понравился этот трючок, его бы мнение, кстати, я бы послушал на самом деле. Вот здесь будет эта история, вот здесь. Фух, хорошо прям, да, это хорошо. Хорошо. Ну, еще раз слушаем и оцениваем эту работу. Что касается куплета Скидри. Хорошо, что не задушнили, что травма. Я почему-то думал, что у травмы тоже будет здесь куплет большой, да. Вместо этого аккуратненький бриджик, чтобы мы не устали, да. И все, и погнали. И здесь и уже аутро. Спасибо. Спасибо. Какая девочка, Елена Корикова. Так, Елена Корикова или Анна Плетнева? А. Все понятно. В винтаж группе было так, а вот это вот так теперь все ясно. Купите влюблю. Так, концовочка хорошая. Знаю, потом я сейчас прыгаю в салон, я могу купить любую сумку, могу взять целые сутки. Шмотки на зависть подруги, миксую Луи Виа Мири, почему для тебя не знает даже Сири. Ну, норм, по тексту легко. Да. Легко по тексту, при этом достаточно качественно, учитывая вот этот поп-фонк историю по ритмике. Да не играю по правилам. Лёд, ну как ты его расплавила, по правилам расплавила. Ну, что-то неправильно в созвучии, да? Если есть ад, она будет дьяволом. Да, лам, ла, но, ло, как бы, и по структурке идет, да? Дьявол, если мы с ней вдвоем, не смотрю на счет. За что сумму потратил все, это любовь, это все сон. Знаю, потом я прилетел в салон, я могу бить сутки, делаю подруги. Хорошо, вот это, конечно, прям бам, залетело. Конечно, это и тиктоковый хит, и в целом это, под это можно качаться. Я очень рад за травму, которая наконец-то, на мой взгляд, после долгого, так сказать, создания качественной музыки, интересной, он, если вы тем более говорите, это прям дико стрельнула история, я очень рад. Это заслуженно. Вот, как вы можете видеть, да, труды дают свои плоды всегда. Просто он переделал трек, да. Вот просто какой-то творческий позыв он реализовал. И все это вылезло в большой хит и коммерческий успех. Дерзайте, друзья. Дерзайте, и все у вас получится. Делайте, любите свое дерьмо, и все у вас будет как надо. Слушаем и оцениваем еще раз. Вы, естественно же, со своей стороны можете уже прямо сейчас заготавливать свои оценочки по этому поводу. И на нашем сайте вы вот тут вот сможете это в добавленных релизах. Вот прям вот-вот уже очень скоро, да, вот прям чуть ли не прям сейчас, как только я это все оценю, естественно, вы сможете тоже, да, это сделать. Поэтому слушаем песню и оцениваем. Кайф. Базар, бро, базар. Будто пустота внутри. И вот уже готова быть с тобой травма, спиди, да. Все, да, они тут, и тут двое, да. Все правильно, я сказал. Я никогда не играю по правилам. Лёд на руках, ты его расплавила. Еще раз куплет, да? Я не делал неправильно. Если есть гад, она будет дьяволом. И с ним твое, и смотрю на счет. Я зашел в тело и потратил все. Вот чуть-чуть вот в предыдущей четверке, где он немного трилпил, да? До рейджика вот это. Вот это. Ну, чуть-чуть, может, не дотянет.
Вот это с гличами рейджевая история весьма неплохо звучит. Так, в целом, на разнообразие сильно, сильно ухо не режет, и предыдущая история. Прям сказать, что он прям вот, прям бэм, прям монстр, да ну нет. Но в целом норм. Здесь на рейджике поприкольнее пошло, и вначале лучше шоу. Почему люблю тебя, не знаю даже Сири. Соседи хотят знать, что мы делаем в квартире. Ты не на ляма, на все лямы в мире. Пусто нам с тобой не стать другими. Пустота внутри, грустно, но мы тонем в дыме. Пусто нам с тобой не стать другими. Пустота внутри. Кайф, 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 угу. Отлично, 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 бро, отлично, отлично. 5 баллов тут, вообще. Рифмы образу, ну, в рамках фонк, вообще не текстоориентированный жанр, конечно. Травма, дым, адреналин, моя колыбель, будто пустота внутри. И ты уже решил, что будет делать все наверняка, мой рассудок затмевает. Не играет по правилам, бам-бам-бам, просто нам с тобой не стоит другими, пустота внутри грустно, что мы не то не дымим, просто нам с тобой не стоит другими, пустота внутри, понятно, 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 где-то, наверное, в районе, для фонка 8-9 баллов, да, для фонка 8-9 баллов, такой поп-фонк, тем более, да, ну дико нетребовательная история. Структура, ритмика хорошо вообще, мне понравилось, и куплетик хорошо, дико разнообразный, бридж отлично, не передушнили, 2 минуты, отличный совместный припев, короче, 10 баллов. Индивидуальность, харизма 9, реализация 9, трендовая сексуальность 5. Здесь 100% хит мейнстрим по любасу. Продюсер месяца довольно ровный, довольно хороший, но довольно ровный фонк, как бы поп-фонк норм. Значит, продюсера месяца не знаю, но трек удался 100%. Большое спасибо всем, кто имеет к этому отношение. Бэм. Это хорошо. Вы можете со своей стороны теперь уж точно зайти на сайт Boosty подписка. Это очень правильно, потому что сегодня у нас будет стримчанский с альбомом Трейса Скотта «Утопия» на Boosty. Естественно же, поэтому заходите, если не хотите пропустить это легендарное дерьмо. Вот, заходите сюда, и вот карточка тут есть только, получается... Да, карточка есть только у травмы, конечно же. Вот она, если что. Его песни все тоже можете пооценивать. Тут они вот есть, да. Кстати, 78, да, было от меня. 83 балла. Сильнейшая песня. Сильнейшая песня. Ну вот, не очень удачная история вышла. Токио Плак. Вот, короче, попытка переосмысления была и до этого, да. Попытка переосмысления. Вот он пошел. Вот очень крутой, сильный трек был. Сольный ДМТ, который в плейлисте у нас крутится. 78 баллов он набрал с лютыми. Единственное, почему он меньше этого набрал, ну, множитель, да, был четверочка. Газолин тоже неплохой трючок. Угу, последний. И вот тут у него бам, просто норм. И бфф, выстрел, да. Альбом в целом неплохо баллов набрал. Короче, молодец, травма. Заходите, друзья, оценивайте конструктивно, без матов, без оскорблений, пишите свое мнение, развернутое, аргументированное, субъектив, аргументируйте свой всегда как можно лучше, и все у вас будет хорошо. Вот так вот. Кайф, 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 кайф.